Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Волга 2410 от Де Агустини. Сама модель выполнена из металла, салон из пластика. Так, осмотрим переднюю часть. Спереди мы видим отдельные детали, у нас выполнены фары. Фары у нас сделаны из прозрачного пластика, потом отдельные детали поворотники, отдельные детали бампер покрашенный, отдельные детали шока радиатора, очок Волга, отдельные детали зеркала заднего вида, потом дворники, отдельные детали сделаны из пластика. Колеса сделаны у нас из резины, сам диск сделан из пластика, ручки просто покрашены, то есть они одеты вместе с кузовом. Задняя часть модельная, отдельные детали выполнены, фары, бампер, сам сделан из хромированного пластика. Днище. Ну, днище мы видим. Выхлопная система. Потом брызговики. Салон у нас черный. Не окрашенный. Всем спасибо. До свидания.